Скажите, пожалуйста, почему национальная идея в последнее время настолько непопулярна во всей Европе? Разве нация не должна ощущать себя свободно в своей собственной стране? Разве это не в порядке вещей? Ведь наши предки строили свою собственную страну, проливали за нее кровь. Но тем не менее, почему-то очень популярны космополитические идеи. Каждая нация считает себя вправе требовать для себя что-либо в чужой стране, а своя собственная нация не имеет права о себе даже говорить? Ну, это, наверное, потому что во время Второй мировой войны, когда национальная идея в основном проиграла, это уже становится тем людям, оставшимся после войны, неудобно вот говорить по этой теме, потому что победили космополиты, интернационалисты, теперь называющие себя там глобалистами и всякими всякими националистами. И им не хочется, чтобы национальная идея возродилась еще в большей силе, потому что тогда думать о каком-то мировом правительстве, о сверхмировой власти уже не будет иметь смысла. И они как бы осмысленно загрязняют тех лидеров и те национальные организации, которые вот говорят, что каждый народ должен иметь свое национальное государство, и каждый народ в этом государстве должен быть своим хозяином. Да. А, кстати, насчет национального государства, но ведь сейчас мы должны бороться в целом за Европу, то есть бороться за какое-то европейское единство, наверное, потому что иначе Европа, как очень маленький континент, может просто проиграть. Я думаю так, что сначала вот нужны появиться силы в каждом народе, в каждом государстве, которые вот поднимут эту национальную идею выше. И вот когда они победят в своих государствах и народ их поддерживает, тогда вот они уже будут должны создавать европейскую Европу, Европу для европейцев, потому что оставаться там забором и с национализмом 19 века не можно, потому что история показала, что разбить в киль в каждый народ, в каждое движение те силы, которые хотят управлять миром, умеет очень хорошо, и без объединения европейцев, потом уже в национально-расовом смысле в идее этой, но их не победить. Это будет, должно сделать, да. А если этого не сделать, значит повторить те ошибки, которые были сделаны 60 лет назад. Да, ну европейцы они не враги друг другу, будем из этого исходить, правильно? Но европейцы имеют право себя защищать, и каждый народ вправе себя защищать. Вот. Но он вправе себя защищать в данном случае уже в своей собственной стране, потому что он действительно перестает быть хозяином в своей собственной стране, нам навязывают абсолютно чужие правила, и мы становимся рабами. Да, они понимают, что у любого народа, у которого есть национальное самосознание, поработить нельзя. И они вот как в Советском Союзе делали, так и теперь во всей Европе перемешивают расы, перемешивают культуры, потому чтобы не осталось ничего, ради кого вот каждый человек, причисляющий себя к доминации или к европейской расе, защищал это так, как было но в далекие времена, и вот и поэтому они как бы и стирают вот это национальное расовое самосознание из каждого европейца, потому что они хотят поработить этого европейца, сделать из его, не как они говорят, человеком, а биороботом. А биоробот это в основном уже становится недочеловеком. Так вот, они говорят красивые слова, но на деле они делают самую как бы ужасную
работу. В основном это работа как бы уничтожение людей, как людей по смыслу. Как мыслящих людей. Да, как мыслящих людей. А если вот человек не мыслит, если он только ест, спит и там всякие удовольствия для себя как бы придумает, да, то вот он как бы настоящее животное получается. Так вот, такое животное они создают. И всякие национальные движения, всякие настоящие лидеры вот таких движений должны сопротивляться этому и бороться против этого до самой своей физической смерти. Потому что зачем вот жить тогда, если человек вот превратился в настоящего раба, в настоящую животную? Если вот из человеческого облика осталось только, ну, как бы, внешность, а в сегодняшнем уже мы видим, что даже и внешность отдельных людей тоже уже, ну, не человеческая. Так вот, мы должны сделать все национальные силы, чтобы не только восстановить этого человека настоящего, а чтобы он стал совершенным. И эту задачу нужно решить, не решая эту задачу, мы просто проиграем не битву, а войну, да. И тогда нас как людей, как настоящих личностей уничтожат. Да, сейчас все идет к тому, чтобы уничтожить людей как личности. Внедряют какие-то абсолютно абсурдные, чужие ценности. Ну, вот, например, сейчас стало нормой гей-парады. Это ведет, в общем-то, к педофилии. Вы ведь с этим боретесь? Да, мы боремся и сами вот, были против этих шествий в Вильнюсе в прошлом году. И вот это шествие принимает как бы моно такое явление, но она как бы из Запада к нам приносится. И вот те люди, которые власти принудительно делают то, чтобы вот такие ненормальные, психически ненормальные явления начали у нас появляться и как бы, ну, приветствоваться. И называют такие люди, которые вот против этого выступают, как бы, ну, там, гомофобы всякие, фашисты, нацисты, вот это клеймо они надевают на, ну, слабых людей, чтобы они вот ничего не делали, не сопротивлялись. И мы вот говорили, будем говорить, что не важно, как они будут нас клеймить, мы знаем, что мы делаем доброе и правильное дело, и это дело мы будем продолжать. И в Литве надеемся, что наши единые соратники во всей Европе, не только в Европе, во всем мире будут делать то же самое. И вместе мы обязательно победим, потому что не победить это нельзя, потому что мы действуем как бы по законам природы Вселенной, а за всем этим стоят никто иной, как Бог. Так мы выполняем волю Бога. И потому мы не победить не можем, просто не можем. Потому что и ответственность за будущее поколение лежит на нас. И если вы проиграете, то проиграет вся европейская раса. Да, потому что как бы те, которые будут жить после нас, будут или уже биороботами, или они будут не то слово, что не уважать, а издеваться над нами теми, которые все как бы проиграли и не отважились защищать. Так мы не имеем просто права. Не имеем просто права сдаваться без боя. И вот если мы даже не победим, то должны как бы и древние викинги, и все люди чести погибнут за правое дело. Да. Потому что в каждой нации народ должен себя отстаивать, а также мы должны отстаивать всю нашу Европу. И, кстати, здесь очень хорошее слово есть – фашизм.
фашизм означает единство. Большинство людей понятия не имеют, что означает это слово, и сделали из него какое-то пакостное, грязное ругательство, в то время как это означает единство наций. Единство на базе здоровой идеи, как, допустим, это было у Муссолини, который поднял свою нацию буквально из пепла. И когда, например, он сделал для своего народа то, что когда он дал народу работу, осушил малярийные болота, каждый крестьянин получил собственный дом, скотину, всю утварь, все до последнего ножа в доме. Это прекрасная идея, это единство. Сейчас очень много партий, ну, например, «Единая Россия». Почему-то она не запрещена. Меня это удивляет, если они борются с фашизмом. Например, один из лидеров этой партии Шойгу высказал идею, что надо запретить рекламировать фашизм. То есть, если я правильно его понимаю, он хочет запретить свою собственную партию. Или он просто настолько не образован. Так вот, еще наша задача, наверное, образовывать людей, чтобы они понимали, что такое единство нации. Да, вот я как говорил, что людей, власть имущие, как бы их умы смутили, и люди не понимают истинного смысла этих неплохих слов и идей. И вот есть то, что победительные суды, да, они теперь вот сильнее, и они как бы людей испорчивают своими как бы грязными мыслями, а настоящие идеи, вот есть загрязненные, люди шарахаются от них. Но вот мы, кем ни были, где не жили, должны все время говорить правду и только правду. И в этом смысле тоже есть истинная человечность, говорить правду и не бояться сказать правду. Потому что без правды, без справедливости никакого нормального общества не построишь. Если люди будут воображать одно, а говорить другое, делать третье, тогда мы все будем жить в обмане, обманывать себя, обманывать других, и никакого светлого